Всем привет! Сегодня будем готовить салат с аурикулярией уховидной. Для этого мы берем кориандр, соль, перец, подсолнечное масло, чеснок и саму аурикулярию уховидную, она же древесный гриб, свежую, вымоченную. Не столько для вкуса, как для красоты салата, я рекомендую его порезать вот такой лапшой. Чистим чеснок. Я чищу всю головку, потому что так будет остро и вкусно. И давим через любую чеснокодавку или трем на терке, как вам удобно. Для маринада и кислинки добавляем немножко уксуса. И 1-2 столовые ложки подсолнечного масла. Салаты лучше дать настояться где-нибудь полчасика-час. Ну и конечно же попробуем. Получился свежий, хрустящий, вкусный и острый салат.